Модернизация ЖКХ. Накануне глава области Абельгазик Усаинов провел селекторное совещание о ходе реализации программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Он подчеркнул, что выполнение данной программы является важнейшим индикатором оценки местной власти. На совещании первым закладом выступил Кайрат Камзин, исполняющий обязанности начальника управления энергетики и коммунального хозяйства. Он сообщил, что в Караганде, Саране и Сатпаеве завершен капитальный ремонт с элементами термомодернизации в 9 многоэтажных жилых домах. По первому механизму в 2011 году оператор является СПК Сарарка, было выделено на ремонт 10 домов 180 миллионов тенге. Был отремонтирован один дом в Караганде, один дом в Темиртау, 5 домов в городе Сатпаев, 3 дома в городе Сарань. То есть было комплексно проведены ремонты фасадов, полностью ремонт кровель с термомодернизацией, с утеплением, ремонт внутридомовых инженерных сетей. Также были отремонтированы подъезды, установлены домофоны на двери. Кайрат Камзин в продолжении своего доклада отметил, что и по второму механизму программы завершен текущий ремонт с термомодернизацией в более 30 домах города Караганды. Также планируется отремонтировать 49 многоэтажек в Темиртау, Саране, Балхаше, Караганде, Шахтинске и Абайском районе. В рамках второго механизма у нас оператором программы является КДП горкомхоз Акимата города Караганды, на пополнение уставного капитала которого в прошлом году из резервного фонда правительства было выделено 515-625 миллионов тенге. Было отремонтировано 35 домов, из них 13 отремонтировано в Казахбийском районе, 22 дома в Октябрьском районе. По итогам совещания глава региона дал ряд поручений по завершению ремонтных работ в 2011-2012 годах. Кроме того, Караганинскому акимату поручено разработать финансово-экономическое обоснование на пополнение уставного капитала ТУ модернизации 2020 для продолжения ремонтных работ в 2013-2016 годах. Нурлат Туржан, Улжас Габасов, Павел Спиридонов, Первый Карагандинский.